На Украине вслед за министром экономического развития и торговли Айварасом Абрамавичусом о намерении уйти объявили его первый зам Юлия Ковалив, глава аппарата Юлия Клименко и турпред страны Наталья Микольская. Причина одна и та же – невозможность проводить нужные реформы в сложившихся условиях. Уход команды Абрамавичуса на Западе многие расценили как потерю для украинской экономики. Между тем, судьба самого министра до сих пор не ясна. Накануне вечером с ним встречался президент Порошенко и попросил остаться. Ответ Абрамавичуса пока неизвестен.